Если что-то случилось, к примеру, поднялось давление, произошло ДТП или просто человеку стало плохо, первое, куда мы звоним, это скорая помощь. Минск, 10 утра, подстанция 11 скорой медицинской помощи. Она обслуживает микрорайоны Лошица и Чижовка. Пока тихо и спокойно, нет тревожных звонков, но 11 карет помощи всегда наготове. Из медицинского персонала у нас 10 врачей и 90 фельдшеров. По профилю это 2 бригады интенсивной терапии, 1 педиатрическая бригада и 8 общепрофильных фельдшерских бригад. Сергей Владимирович работает на скорой фельдшером. Когда пришел после училища, и мыслей даже не было оставаться надолго. Задержался на 30 лет. Я уже себя не представляю без скорой помощи, куда-то переходить на другое место. И так вот все годы. Это интересно, в этом надо жить. Привыкаешь к этому, чувствуешь уже пациента, что и как это. Да, сложно, на любой работе сложно работать, если ты работаешь. Каждый выезд для фельдшера особенный. Ясмина Ходина 2 года на подстанции. Перешла с работы в поликлинике на скорую, чтобы оказывать экстренную помощь нуждающимся. Это мое. Я понимаю, что сердце мое здесь. А здесь ты действительно приезжаешь на вызов, ты понимаешь, что человеку ты нужен, ты оказываешь эту помощь. И видишь, как человеку становится лучше. И ты понимаешь, что да, вот она, моя профессия и та помощь, которую я оказываю, что человеку становится лучше. Все вызова у нас делятся по приоритету. У нас есть экстренные вызова и неотложные вызова. Естественно, в первую очередь бригада выйдет на экстренный вызов. Это вызова такие, как падение с высоты, потеря сознания, дорожно-транспортное происшествие, ну и так далее, что-то серьезное. Все остальные вызова являются неотложными, и вызов передается бригаде в порядке очереди. Рабочая смена у фельдшеров на выбор – 12 часов, либо 24. В таком ритме просто необходим отдых. Подстанция об этом позаботилась. Ну вот это наши комнаты отдыха. Мы здесь отдыхаем в перерывах между вызовами. Ну, если есть свободное время. Кресло, есть телевизор, но мы не смотрим его. Тут нужно раздеться. Ну, в общем, временная такая комната для отдыха. Удобно, нормально, чисто, аккуратно. Микроволновки, холодильники, место помыть посуду. Ну, все. Я бы хотел, чтобы вызывали только по одному поводу – роды. И этого достаточно. Мы бы их возили, и все было бы прекрасно. Но, к сожалению, жизнь диктует другое. Или пациенту мы нужны. Поэтому в городе должна быть эта служба. Очень хорошо, когда можно набрать 103, тебе приедут люди. Мы всегда готовы прийти на помощь, мы всегда готовы оказать помощь. Только вы, пожалуйста, уважайте и цените труд каждого.